Добрый день, друзья, подписчики и гости канала. Сегодня расскажу о таком интересном декоративном аквариумном растении, как Амания словесия, которое способно украсить ваш аквариум и придать ему оригинальный внешний вид. Род растения назван в честь ботаника Пауля Амана. Как следует из названия, это растение родом с индонезийского острова Сулавеси, что в Юго-Восточной Азии. Растения красивые, с медленным ростом и в то же самое время довольно требовательные к условиям содержания. Поэтому редко можно встретить это растение у аквариумистов. Однако эти трудности окупаются невероятной красотой и высокими декоративными качествами растения. Что касается условий содержания, потребуется некоторое терпение. Как говорил ранее, растение достаточно капризное, поэтому требует определенных условий. Итак, идеальная температура воды для содержания 26-28 градусов. Хотя у меня прекрасно живет и при 24 градусах. Вода требуется мягкая от 4 до 12 градусов. Кислотность pH от 6,5 до 7,5. Освещение необходимо яркое, не менее 40-50 люменов на литр воды в аквариуме. Желательно подкормка CO2. Лучше для выращивания использовать питательную подложку или питательный грунт. При благоприятных условиях листья амани приобретают красно-фиолетовый оттенок, что выделяет ее среди других видов растений. Главное при содержании амании словесии – это стабильные показатели воды. При резкой смене параметров воды растение заболеет и может погибнуть. Размножают аманию черенками. Для этого срезают верхушку растения длиной 10-15 см и высаживают в грунт. Укореняется черенок довольно долго, и в этот период его лучше не тревожить. Вот в принципе и все, что можно сказать про это прекрасное растение. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч!